Всем привет! Сегодня будет разговорное видео. Наконец-то я смог собраться силами, чтобы записать этот видеоролик. Начнем с того, что, как вы знаете, способов пока новых в Роблоксе не появилось, обхода античита, который есть в браузерной версии Роблокса под названием Bayfron. Электрон его вроде бы как пытался обойти, там как-то он его обошел, но не совсем грамотно, скажем так. То есть у Электрона это получилось сделать. И Электрон вроде бы как работает только в тех режимах, где есть система инвентаря, именно от Роблокса. То есть где ее нету, то, естественно, у вас чит работать не будет. И вроде бы как он уже закрылся, насколько я знаю. Вот. Ну, я там не углублялся, в подробности не смотрел. Но в любом случае он очень дорого стоил, там $15 в месяц, по-моему, если не ошибаюсь. В рублях это 1200-1300 где-то, примерно так. Вот, также я публикую информацию в своем телеграм-канале, кто еще не подписался, подпишитесь. Здесь, в принципе, частенько полезная информация выходит. Недавно со мной произошла забавная ситуация, здесь вот я ее написал, кому интересно, можете прочитать. Также, помимо этого, здесь я делаю опросы, иногда провожу стримы, но скоро, я думаю, их чаще начать проводить. То есть я как стрим запускаю, скидываю ссылку на канал Twitch, и вы заходите, смотрите, если у вас есть желание. Тут я вас с Новым годом поздравлял, в принципе, кто хочет, можете посмотреть. Вот, ну, в целом здесь полезная информация. Бывает, и очень часто. Вот, также недавно... Вроде бы как вышел новый чит, тоже что-то наподобие Электрона, стоит он вроде бы $3, либо $2 в месяц, в принципе это уже довольно приемлемая цена, вот, и работает он вроде бы так же, как Электрон, либо может быть чуть хуже, то есть там вроде как он запускается через какую-то панельку, либо панелька в игре запускается, и типа через этот чит можно активировать только стандартные функции, то есть скрипты он не поддерживает. Стандартные функции это fly, speed, jump и тому подобное, там SP и так далее. Также я в телеграм-канале своем писал пост о том, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне или нет. Естественно, для этого видеоролика разговорного пару человек их написало. Давайте я сейчас на них отвечу, в принципе их здесь немного. Первый вопрос. Собираешься ли делать свой чит на Roblox и обладаешь ли знаниями программирования? Если да, то какой язык изучаешь? Значит, смотри, знаниями программирования я вообще не обладаю. Никакой я язык программирования вообще не знаю. Насчет чита пробовал, короче, создавать его разработчик Splash. Также, который сделал мне чит для Стара, две версии. И до этого там еще делал чит Quicks и Stick, вроде бы как. Вот, он, короче, пробовал, но в итоге безуспешно. То есть, там, когда он начал создавать, вроде бы как не сильная защита стояла, там что-то начало получаться, но потом Roblox понял то, что он немножко лоханулся, и усилил, короче, защиту в том месте, где он ее, короче, пытался обойти. В итоге, получается, у него ничего не вышло. Дальше вопрос. Собираешься ли ты делать плейс в виде CS или подобных игр? Смотри. Именно режим наподобие CS, либо что-то связанное с этим, с шутером, стрелялкой, я не собираюсь делать. В планах есть сделать свой плейс, свой режим. Скорее всего, если я его буду делать, то он будет в виде симулятора. То есть это будет какой-то симулятор. Другие категории режимов мне пока не интересны. Ну и на симуляторе, в принципе, там можно нормально подняться. В принципе, большинству людей все-таки больше симуляторы нравятся, и их немножко проще делать. Вот так вот. Так, идем дальше. Сейчас ищу вопрос. Секунду. Устраивает ли меня игра на эмуляторе качество FPS в Роблоксе? Конечно же, не устраивает. Раньше вот я когда только записывал видео по эмулятору,
Он еще работал более-менее нормально. То есть вот когда видео выходили, там частенько через день, через два, он у меня более-менее нормально работал, ну типа можно было играть. А сейчас я не знаю, что произошло, что случилось, короче. У меня этот эмулятор очень сильно стал лагать, зависать, очень долго грузить. И, естественно, с такими лагами, с такой долгой загрузкой, ну, невозможно играть. То есть, все-таки, если вы хотите играть с щитом, то я вам советую играть через телефон. Вообще, в целом, люди там пишут, есть какой-то другой эмулятор, типа он лучше работает. Ну, типа, в любом случае, все эмуляторы так или иначе, они будут лагать, зависать. Будет просадка FPS, тоже буду долго грузить. То есть, такое себе. Следующий вопрос. Когда выйдет чит для браузерной версии? Честно, насчет этого тебе я не могу ничего сказать. Все зависит от разработчиков, которые это делают, и зависит от их скилла, умения, навыка и так далее. Если найдется такой человек, который сможет все сделать, назовем его так, мегамозг, то, в принципе, вполне реально что-то сделать. То есть, я имею в виду обойти античит, который добавил Roblox. И если его получится обойти, то уже начнут выходить всякие разные читы. Вот, но не исключаю еще тот факт, то, что даже если получится обойти античит, Roblox просто его может либо усилить, либо немного переделать, и придется его, короче, заново обходить. Вот, но насчет того, то, что обойдет кто-то античит или нет, это, я думаю, рано или поздно будет, потому что любой античит, любую систему, все можно обойти, все можно сделать, только нужно уметь это делать. Вот, и, естественно, это вопрос времени еще. Тут еще вопрос, довольно короткий, когда читы и работают ли они. Ну вот, я только что отвечал про чит, когда он будет, когда нет, это неизвестно. Работают ли они? Да, они работают, но работают либо на эмуляторе Android, либо телефоне. И как я вам ранее советовал, все-таки лучше, если вы хотите играть с щитом, то играйте через телефон. И последний вопрос на сегодня. Когда обнова или чит уже улучшали, и он работает? Насчет какого чита ты имеешь в виду, скорее всего, про Star. Если ты говоришь про него, то обновление, честно, я не знаю, когда будет. Не, я знаю, когда оно будет. Когда какой-то найдется мегамозг, который сможет обойти античит-систему в Роблоксе. Если вдруг такой найдется, и он сделает базу данных, скажем так, открытую, то чит стар обновится и начнет, естественно, заново функционировать, заново работать. А насчет улучшения, нет, улучшений никаких не было. Да и, в принципе, там в самом чите особо улучшать нечего, там все стандартные функции есть, которые в нем нужны. Может быть, дизайн немножко поменяется, может быть, какие-то функции еще добавятся, ну, там их по-любому немного будет. А если про улучшение, то что, типа, работал он или нет после того, как вышел античит? Нет, когда вышел античит, он еще ни разу не работал после этого. То есть уже больше 9 месяцев чит стар не работает, не функционирует. Как-то так. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой вот разговор на видеоролик у нас сегодня получился. Я думаю, он многим вам понравился. Так что, кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Ждем, естественно, и надеемся, то, что найдется какой-то мегамозг, сможет обойти античит. И с кайфом опять начнем играть с читами в Roblox через браузерную версию. Рано или поздно это 100% будет. Только вот когда, это неизвестно. Но надеюсь, то, что скоро. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.